بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد пророк саллаллаху алейхи ва саллям в одном из своих хадисов, который передал имам Абу Дауд рахматуллахи алейхи, говорил: Инна саида ламан джуннибаль фитан. Поистине преуспевающий тот, кто сторонится фитан, то есть смут. В наше сегодняшнее смутное время, когда каждый, пытаясь прикрываться исламом и набрать себе дополнительные бонусы, очки, доверие общества, старается везде превознести себя. И для того, чтобы достичь своих этих земных, мирских целей, он начинает сравнивать людей друг с другом, натравлять их друг на друга и создавать фитны. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегая нас от того, чтобы становиться участником этих фитн или становиться зачинщиком этих фитн, сказал этот хадис, что поистине преуспевающим мусульманином, который, соответственно, да, будет достигать больших высот перед Аллахом Субхану ва Тааля, это тот мусульманин, который сторонится фитн.